Прежде чем клеить сетку, необходимо замазать вот эти вот зонтики, потому что они углубление имеют. А если этого не сделать, потом, когда клеишь сетку, то сетка, раствор дает усадку, клей, и потом на готовой стене будут вмятины там, где были зонтики. Поэтому все просто. Потом раствор это конечно даст усадку, но когда будем клеить сетку, оно уже будет ровно все. Поэтому вот таким вот образом необходимо все клеить. Все, сейчас все пройду, потом буду клеить сетку. Друзья, простите, что не записалось видео, почему-то, не знаю, сбой какой-то. В общем, просто расскажу, как я клеил вот эту часть. Да. Жаль, что уже нету больше стен, где клеить, мог показать практически. Но попробую рассказать. Раствор наношу я вот такой вот штукой. Да, она имеет 48 сантиметров ширину. Ну, длина получается. Вот, почему ей? Потому что она, благодаря ручке, имеет жесткость. То есть она более-менее ровно наносится, благодаря, наносится ровно раствор. Вот. Получается эту часть, да, ну и вообще все я всегда делаю, наношу сразу клей, потом сетку клею, то есть сетку сверху приклеил, чуть-чуть прижал к раствору и уже вот этой вот теркой, да, сдавливаю слой клея. Потом сверху, пока свежее, сверху еще слой раствора. Благодаря этому получается, что сетка, она находится, ну, где-то посередине самого раствора всего. То есть, если мы наносим где-то, ну, миллиметра 3 клея, да, в общей сложности, что один раз сетка, а второй раз, это получается где-то 3 миллиметра. Вот, благодаря этому сетка не только что сверху примазана клеем, да, ее потом легко отрывать, но она в самом клее посередине. Да, то есть если мы начнем отрывать, то будем отрывать от пенопласта, но это сложный вопрос. Вот, получается, сетку необходимо клеить также внахлёст. Да, то есть получается вот внахлёст. Внахлёст лучше делать, ну, сантиметров 8-10. Да, то есть, наклеили одну полосу, потом тут наносим раствор уже для следующего слоя, для следующей сетки. И наклёст наклеили. Сейчас на сетках уже не вплетаю черную нить, где показано, сколько нужно делать наклёст. Вот. Ну, дальше там уже видео будет. Почему я не клею? Сетку прибиваю, а потом замазываю раствором. Это неправильно. Необходимо клей, потом сетку. Ну, все, пока. Еще как делают? Берут, прибивают сетку. Да, это мы нанесли сразу клей, потом сетку. Это я нанес, просто сетку прибил, потом намазался клеем. Ну, смотрите, чем это опасно. Когда снимаем сетку, видите? Меньше площадь захвата клеем к пенопласту. Вот видите? То есть где сетка была, там нет клея. Поэтому будет держаться хуже, чем клей.